сразу на 3.8.0 смотрим. Соответственно, нажимаешь APU Master Switch, APU Start. iOS. Вот сюда вот. Вот так вот. Ну, не мы. 7.5. Вот 108 установлено, 500 доставишь. Частоту диспетчера, да, новичок. Ну и теперь переходим. Самолет, в принципе, уже начинает движение, да, то есть тяга уже есть. Немножечко давай дай оборотиков. Вот и ковчег есть. 135 and V2. Чуть плавнее. Веска не брать. TKS Landing Lights. Рулежную фару положение take, правый тернов. Все, левую руку на сайт стик. По команде rotate. Правую педаль отклоняем, правую, она вернее нам.